Приветствую вас, друзья, уважаемые подписчики и зрители. Вы на YouTube-канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской. И будет вашему вниманию предоставлен дом 110 квадратных метров на улице Цветочная, 39. Обратите внимание, насколько широкая здесь дорога и большая придомовая территория. Давайте пройдем на сам дом. Цветочная, 39. Здорово. Здесь уже вымощено плиткой. Значит, сразу по коммуникациям. Здесь у нас электричество 15 киловатт, соответственно, центральная вода. Газ уже подведен в дом. Небольшой блок, вставочка об экстерьере. Соответственно, у нас здесь декоративная штукатурка Баумит, водоотталкивающая, грязеотталкивающая с добавлением лака. Сам дом, соответственно, это 240-й блок 500-й плотности. Участок здесь 6.4 сотки. По поводу ограждения этого участка, значит, у нас с фасадной стороны железный забор, распашные ворота, соответственно, калиточка. Далее по периметру у нас евроштакетник. Давайте пройдем в дом. Соответственно, попадаете в прихожую, прихожая плитки, теплые полы, просторная достаточно прихожая, сюда войдет очень хорошо шкаф-купе. Пойдемте дальше. Значит, с левой стороны у нас спальня на первом этаже, с правой стороны санузел, далее у нас кухня-гостиная, совмещенная кухня и гостиная с выходом, соответственно, в террасу. Давайте вначале зайдем в санузел. Классика жанра, соответственно, плитка, пластиковый потолок, активная вытяжка, осветители, все полностью выводы под сантехнику, розеточки, все есть. Ну и теплый пол, конечно. Выйдя из санузла, мы попадаем в первую спальню на первом этаже, соответственно, эркерная система, как спальня, либо как кабинет можно использовать. Достаточно высокие окна. Окна, естественно, три стекла, двухкамерные, вывешены уже, видите, радиаторы, все розеточки, розеточка отдельная под сплит-систему, 34-й ламинат, высота потолка 3 метра. Здорово. Дальше пойдем. Ну и, соответственно, кухня-гостиная. Это у нас кухонная зона, соответственно, плитка, разводка под теплые полы, три зоны теплого пола, соответственно, это кухонная зона, прихожка и санузел. Сюда мы вывешиваем двухконтурный газовый котел Протерм, он входит в стоимость дома, ну и, соответственно, как сказал, радиаторы уже вывесили. Здесь у нас гостиная зона с лестницей из бука на второй этаж. То же самое, вся разводочка электричества, под электрические розеточки есть, точнее, они уже установлены, 34-й ламинат. Просторно, очень светло, так как здесь у нас и балконный блок, и окно. Давайте выйдем на террасу с вами. Ну, соответственно, и сама терраса. Большую часть времени, вы знаете, вот когда я сам стал жить в частном доме, процентов 80-85 мы проводим с моей семьей, это в кухне-гостиной и на террасе. Соответственно, мангальная зона, сам мангал, очаг, казан, в общем, здесь и детворе есть место, где побегать, всегда на ваших глазах они будут. То есть уютно, классно, здорово и очень хорошие везде соседи, здесь люди вот такие. Ну что, пойдем на второй этаж. Как я и говорил, лестница с бука. Хорошая идея. Лестница, Маша, достаточно светло, потому что здесь установлено окно. Значит, мы попадаем на второй этаж. Прямо у нас второй санузел. Слева спальня, справа спальня. Давайте зайдем в санузел в фиолетовых тонах. Плиточка фиолетовой мозаики, соответственно, радиаторы. Вывезено все под сантехнику. И что очень приятно, то что вот в этом доме в санузле уже есть мансардное окно компании «Факро». Итак, вот, туда-сюда, давайте вначале сюда. Соответственно, спальня на втором этаже. Скос сразу же я вам говорю, чтобы вас это не смущало, при моем росте 1,85 м.
Но может показаться то, что он достаточно очень низкий. Но если сюда установить, соответственно, кровать, вы же не будете подходить к самой стене, чтобы сесть в кровать. Поэтому на кресло, на кровать, поэтому я считаю, то, что ничего страшного нет. Ну и, соответственно, здесь же тоже стены с газоблока. Вот, приятный вид с окна. Пойдемте во вторую спальню. И вторая спальня, соответственно. Вот, точно такие же скосы. Это вид уже на другую часть вашего участка, можно сказать так, на дорогу. Давайте спустимся на первый этаж. Цена данного дома на сегодняшний день 5 миллионов 950 тысяч рублей. Ну что, друзья, вот я вам показал дом 110 квадратных метров, который у нас находится в коттеджном поселке Морской. Многоуважаемые наши зрители, подписчики, с вами был Алексей, компания «Стройгарант Анапа». Ключи от этого дома ждут своего хозяина в офисе продаж. До новых встреч!